Многоуважаемый, дорогой Леонид Михайлович, позвольте вас поздравить от имени Ереванского государственного медицинского университета имени Мухтара Эрацы и от себя лично со знаменательной датой. Ваш вклад в дело охраны здоровья детей, особенно оказавшихся в трудной жизненной ситуации, показателен, а опыт бесценен. Колоссальная работа, проделанная вами, является примером самоотверженного служения принципам гуманизма для всех будущих поколений не только врачей, но и для общества в целом. А почетное звание декции-доктор мира в буквальном смысле оказалось делом всей вашей жизни и вашим призванием. Ваш богатый жизненный опыт является воплощением доброты и человечности, самоотверженности и мужества, честности и благородства. Подтверждением моих слов являются благодарные глаза детей и их родителей на разных континентах, разных национальностей, которым вы протянули руку помощи, вылечили и спасли. В наше неспокойное время именно такие личности, как вы, представляющие целую эпоху медицины, могут сохранить в нашем понимании образ врача. Особенно хочу отметить вашу неразрывную связь с Арменией, с которой вас связывает десятилетие дружбы и сотрудничества, начиная с разрушительного землетрясения 1988 года. Трудно передать словами ваше отношение к Армении в минуты радости и боли, и поэтому позвольте привести именно ваши слова, которые четко, точно определяют ваше понимание и вашу любовь к моей стране. Армения, страна, не имеющая запасов нефти и газа и выхода к морю, может рассчитывать только на трудолюбие и патриотизм своих граждан. Я преклоняюсь перед этим народом, построившим город на камнях и борющимся за свою жизнь. Вы помогали во всех уголках мира, независимо от возраста и пола, национальности, детям, которые оказались в опасности, утверждая, что дети всегда правы, дети лучше нас, и эта уверенность воздастся. Однажды один из детей или все они вместе сделают наш мир лучше и добрее. Поздравляю вас с юбилеем. 90-летие – это праздник. Всех тех, которых вы спасли, которым вы помогли, которых вы воспитали и которым вы показали, как нужно прожить жизнь. Жизнь как пример, жизнь как подвиг. Я уверен, что именно такой образ гуманиста-врача, пример сочетания гражданской доблести и врачебной доброты, будет определяющим для многих будущих наших поколений. Дорогой мой человек, желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и энергии. Вас любят и всегда ждут в Армении.